Накануне Международного женского дня в Межмуниципальном управлении МВД России Ореховозуевская прошел финал конкурса среди женщин-полицейских «Мисс Полиция 2015». В конкурсе приняли участие 9 сотрудниц из различных служб. Кто получил главный титул, расскажем в нашем репортаже. Их служба и опасна, и трудна. Рейды, погони, преступления. Тем не менее, они всегда остаются женщинами. Конкурс «Мисс Полиция» проходил впервые. Тем не менее, первый блин, как говорится, не вышел комом. Смотря в зал, я не узнаю своих сотрудников, наших сотрудников. Пришел, думаю, наверное, все участники нашего конкурса «Мисс Полиция» и любой из здесь присутствующих, или любая из здесь присутствующих женщин может находиться здесь. Конкурс проходил в два этапа. В первый день девушки демонстрировали свои профессиональные навыки. Стрельба из пистолета, знание законов, вождение автомобиля. Большинство участниц профессию полицейского выбрали не случайно. Профессию полицейского я выбрала, потому что я воспитывалась в семье адвоката. Моя мама заслуженный адвокат Московской области. Но выбрала немножко другое направление, обвинительное, а не защита. Конечно, работа сложная, работа очень, так сказать, тяжелая. Ну, скажу так, женщина привыкает ко всякой работе. Профессию выбрала, потому что пошла по стопам, можно сказать, своей семьи. Брат, дяди все мои полицейские. Финал конкурса прошел в Доме культуры «Мечта». Здесь участницы ждали творческие конкурсы. Рассказ о себе и своей работе, юмористическое интеллектуальное состязание и ставший для жюри приятным сюрпризом кулинарный конкурс. По итогам всех этапов первое место и звание «Мисс Полиции 2015» было присвоено Оксане Фоминой. Также свой приз учредил общественный совет при Межмуниципальном управлении. По мнению его членов, лучшей стала Ирина Сухарева.